Всем привет, дорогие друзья! С вами Некрос, и сегодня у нас задачка непростая. Мы должны пройти The Binding of Underfell за доброго манекена, потому что здесь он Glad Dummy. Поехали! Почему задачка непростая? Многие из вас могут подумать, что «Эй, Некрос, ведь играть за этого персонажа несложно». Он летает, у него есть Brimstone, который неплохо так зачищает монстров. И мне еще и пустой этот попался. Вау! Пустой пистолет. Но дело в том, что проблема в расстоянии этого Brimstone. Так, а если я буду попадать, то по идее у меня должен увеличиваться урон. Либо он у меня уже увеличился, я просто это прозевал. Проблема в том, что поначалу силы этого небольшого Brimstone хватит, чтобы расправляться с обычными монстрами, а полетом, с помощью полета можно легко поднимать предметы какие-то, да? Ну, вот, например, те же денежки, которые сейчас подобрал. Да и скорость неплохая. Но стоит только дойти до какого-нибудь собора, и все. Если урон ниже, ну, допустим, 10, то... Так, давайте вот так сделаем. Есть у... Значит, шапка такая, цилиндр, по-моему, это называется. Это досталось хорошему манекену от Набстаблука. Зато у него нет... Так, что интересно, эта пилюлька дает? Я вот даже не знаю, стоит ли использовать пилюли на этом персонаже, потому что, ну, его испортить очень легко. На самом деле, очень сильно все зависит от того, какие артефакты будут попадаться. Поэтому очень даже страшно. Вот, смотрите, это у нас голод, да, по-моему? Ну вот, с ним как раз-таки несложно разбираться в этом... в такой комнате такого типа. Так, тихо. Он даже по мне попасть-то толком не сможет. Казалось бы, все очень просто. Вон даже камень синий, смотрите. Сундук, странно. А где же? О, ключи. Так, а значит, мы сможем зайти в магазин. Ну вот представьте, если я к Хашу зайду, да? То есть будет... О, тут нету... Тут нет того, что мне нужно. У меня есть одна бомба, я мог бы купить ключ. Так, это, по-моему, мамин ключ называется, да? Айзек. Момский. Возможно, даже я его возьму. Может быть такое. Гранд Сту... Так, два ключа. Ага. То есть я буду больше получать из сундуков всяких... всякие... Ну ладно, давай попробуем. Хорошо, допустим... Допустим, пауки. Так. Все, теперь у меня есть два ключа. Хоть и нет бомб. И я могу спокойно пойти на следующий уровень... Так и не решив, использовать ли пилюльку или нет. Хорошо, сделка с дьяволом, в принципе, может состояться. Так, здесь у нас золотой сундук, пока неизвестно, стоит ли. И вы знаете, когда я записывал прохождение за чару, вообще-то это должно было быть прохождение за доброго манекена, но... Как я уже говорил, вот оно, пожалуйста. Уже сложности. С такими монстрами бороться на таком коротком расстоянии довольно тяжело. Тем более пауки, которые взрываются, это, извините меня, уже перебор. Вот, видите? Просто невозможно не удариться об них. Практически, ну то есть это очень сложно и нужно заморачиваться. Сила, ну сила это хорошая штука.
Кстати, сила, по-моему, если я не ошибаюсь, дает дополнительный контейнер здоровья, который можно было бы потратить в комнате дьявола. Я никогда так не делал. Никогда. Возможно, это очень умная мысль, с помощью которой я смогу проще... Так, что это такое? Ой, это, по-моему, про синие сердца. Причем их 3 штуки. Розари, да? Грант 3 синих сердца. Увеличивает шанс найти Библию. The item has a chance to appear in any item pool. Окей, давай возьмем. Хотя, конечно, было бы неплохо мне именно на урон что-то взять. Но и это тоже неплохо. Тут, видите, бомб. Бомб нет, но есть ключ. Вот, начинает работать мамин ключ. Вау. Вау. 2,54. А разве столько это... Этот камешек дает урона. Вот, смотрите, уже неплохо совсем. Главное, не подходить к паукам слишком близко, они очень прыгучие. Вау, еще сердце. Хорошо, давай. Не хотелось бы мне, конечно, опять прибегать к опустошению автомата. Хотя денег у меня больше, чем было. Я очень... Как вы помните, я час или два потратил на набивание... Причем честным способом. Не надо мне тут думать. Все честно. Тратится при этом много времени свободного. Да, если оно у вас есть, то пожалуйста. Да, точно, я бы хотел, чтобы не выпала вот такая штука. Смотрите, 2 карты выпало. Пожалуйста, я хочу хироманта. Интересно. Ну, ладно. Раз у нас бомб ограниченное количество, то поехали в секрет. Пилюлька. Ну, вот сейчас почему-то я... Я не знаю почему, но мне почему-то не хочется пилюльки использовать. Теперь вопрос такой. Если я использую еще раз... Мун, я все равно Стрэндж возьму. Меня опять в эту же секретку отправить или в следующую? Нет, это влияет только на обычные секреты, но не на суперсекреты. Ну, в принципе, было бы, конечно, неплохо. Но, пожалуй, нам не хватит жизни, потому что удариться нужно реально очень большое количество раз. И даже учитывая то, что у меня есть сила, но даже если будет пилюля с синими сердцами, мне даже этого не хватит. То есть 6, 7, 9... Нет, это нужно просто полные жизни иметь для того, чтобы... игру пройти. А к тому же еще сделки с дьяволом будут. Но это надо, чтобы пилюли хорошие были. Ну вот смотрите. Вот, допустим, я сейчас пилюли использую, да? И, скорее всего, там не будет того, о чем я думаю. Скорость увеличилась. А, нет, стоп. Она уменьшилась, по-моему. Это как-то странно. И потом, мне, по-моему, нужно было сундук взять. Я же ведь его не взял. Вот здесь. Я забыл. Ух ты! Ух ты, слушайте. Так, вот тут, конечно, осторожно надо. А его куб... Его убил мясной кубик. А это что такое? А, понял. Я понял, что это. Это червячок. На тебе. Это комната с полубоссами, да? Ну, в принципе, есть вероятность найти суперсекрет, который может быть... так, здесь же камни были у нас, да? Честно говоря, я не знаю, где он тут должен быть. Я пока что бомбы сохраню. Вы мне, кстати, иногда пишете, что
Кто-то иногда пишет, что я научился суперсекреты находить, а кто-то пишет, что наоборот нет. Но тут, знаете, как повезет на самом деле. Иногда, вот иногда понятно, где они, мне лично. Иногда непонятно. А, здесь, да, здесь же комната начинает совмещаться, я и забыл. А две бомбы сейчас потратил просто так. Мне лично и без секретов неплохо. Мне не обязательно вообще. Так, я хочу, чтобы он бримстоуном. Да. А, я же могу так сделать. Угу. Коробка. Коробка с карандашами. Ага. Сердце, которое я возьму потом. Так, это у нас... Что это? Пертра. Пертру понадобится. Сила. Сила, ключ. Так, неплохо. Так, берем силу. Пертра все равно не работает вот на это. Как-то этот... Это как-то называлось ведь. Что-то там... Войд какой-то вызывается и, по-моему, дамажит. И черные сердца выпадают, нет? Гаечный ключ. Что-то там... Анес... Что-то как-то он... Такое слово было... Сейчас. Это знаете как? Это просто делается. Но для этого нужно небольшое количество времени. Описание предметов. И я просто сейчас беру, открываю таблицу. И вот этот вот ключик, я его должен найти. Вот он. Атхаме. Call of the Void. Я про Void не просто так. Подумал, хорошо, что я быстро нашел, думал, мне полчаса для этого потребуется. Whenever Isaac takes damage, a black ring briefly appears around Isaac, dealing damage to all enemies. When an enemy is killed, there is a chance to drop a black heart. Так, теперь давайте проверять такую штуку, как... Сила? И... Да? Или нет? Я не понял... Получилось ли у меня это сделать или нет? Но мне кажется, что-то в этом есть. Нет, ты смотри. Нет, не получилось так сделать. Ладно, мы берем Пертра, мы берем вот это. И в принципе... Так, а что у нас в магазине-то было? Теперь у нас есть шанс того, что появится... Ну, мы будем черные сердца. Дорабатывать, да? А вот это у нас что за карта-то интересная? Но мне нужно взять... Мне Пертр нужно оставить, потому что если будут попадаться хорошие артефакты... В принципе, не сказал бы, что я идеально сейчас прохожу, но неплохо. Лабиринт. А это хорошо. Это значит, что уровень будет в два раза больше. Будет... Ух ты. Будет, что будет? Две сокровищницы будет, по-моему. Ну вот как я к ним подойду? Неудобно, неудобно получается. Видите? Вот я о чем и говорю. Так. Зато, видите, полет. То есть тут сложно сказать. Когда как. Где-то удобнее, где-то не очень. О, смотрите, я исчез. Они меня не видят. И еще. Ух ты. Иди сюда. Червячок. Пожалуйста, призы. Призы в студию. Так, я подумаю насчет пилюль. Пертроу. О, да, неприятно, неприятно. Хотя... Неприятно получается. Вот почему. Вот почему неприятно получается. Очень неприятно с ними драться. С такими...
Это очень неудобно, правда. Очень. Вот с этими червяками, да, это да. Это я согласен, удобно. Поэтому мне придется очень аккуратно поливать их бримстоном. Но не для того, чтобы они росли, а для того, чтобы сердца не потерять. Ничего себе. Бомба выпала. Такое бывает? Я правда очень не хочу терять сердца. Очень. Потому что я хочу пройти. Я никогда, по-моему, не побеждал этим Азазелем. Мы же за Азазеля, в принципе, играем. По сути. Я им не побеждал Мега-Сатану, по-моему. Потому что сложно. И мне нужно очень аккуратным быть. Очень быть аккуратным. Так, давай. Это же это, перчатка. Перчатка — это хорошо. И вот с точки зрения вот этих лабиринтов тоже очень удобно. Но если попадаются вот эти вот то ли чемпионы, то ли взрывающиеся противники, то с ними, конечно, все плохо. С пауками нормально. Можно просто прилететь и все. Так. А, они же создают, да? В смысле? А, ну да. Они не знают, что делать, и у них, видите, сбивается у них все. Они не понимают, что делать. А ну? Только главное, не взрывайтесь. Иногда эти монстры взрываются просто, ну реально, как сказать-то, с сюрпризом. То есть вообще непонятно, с какой-то стати. А, ну да. Тут они крестиком стреляют, это я помню. Оу. Ну тут как бы да, тут... В смысле? Я не знал! Я не знал, что они могут вызвать взрыв. Ну, вот вопрос. Вот вопрос, да, я хотел проверить. Кстати, можно было использовать... Тихо. Во! Вовремя. Я заметил, что я одного какого-то иностранного блогера смотрел, он сказал, что якобы мы берем книгу, она нам не нужна, но будет шанс того, что увеличенный шанс появления библиотек. Я такой, чего? Почему я об этом не знал? Уж не хирофант ли это? Нет, это фу. Три монеты потратить, в принципе, не стыдно. Ух ты. Ну тут да, серьезная толпа. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А вот это уже плохо. Они, видите, какие? У! А он меня спас. Они, понимаете, они во время смерти превращаются вот в ходячие унитазы. И из них вот эти вот кружки вываливаются. И они могут так в меня попасть. Мамин ключ очень-очень хорошо работает. Нисколечки. Нисколечко. Не жалею. Не выпало. Не выпало сердце. Не выпало. Как же так-то? Шанс-то... Ну, там, видимо, шанс какой-то такой. Особенный, да? Какой-то камень, вот... Непонятный. Он какой-то... Странный. Но мне кажется, это не он. Где же мне сердец-то набить для комнаты? Чё-то я боюсь, что он взрывучий, этот парень синий. Чё-то мне такое ощущение нехорошее. Нехорошее ощущение? Нет, нормально все с ним. Так что, ребята, секрет может быть где угодно. Абсолютно. В таком уровне это... Жалко, конечно, сердце, то, что я так профукал. Потому что
чем раньше я сделаю дела в комнате с жертвоприношений, тем лучше. Ага, надо постоянно передвигаться, чтобы об костры не об это... Тихо. Они это, они, да, у них... Вау! У них самонаводящиеся атаки. Это может... А это что такое? Это то, о чем я думаю? На! Слушайте, это больно. Это реально то? Ступит робот. Это... Так. Это какой-то... Как же червяк-то? Ворм. Но это явно не то, что мне нужно. Предмет. Его можно найти в описании, конечно. Но я боюсь, что я долго его искать буду. Даже если я вот так вот ворм напишу, то, скорее всего, я его не найду. Ну, давайте чуть-чуть. Так, он у нас с глазами, да, глазастик такой. Я так вот... Вот, я нашел. За паразит. А слезы теперь делятся на две при контакте с врагом или поверхностью. Малые слезы наносят 1-4 вашего урона. Соберите два из следующих предметов. В смысле? А что будет? Я смогу превратиться? Так у меня слез нет, у меня бримстоун, они же не делятся. Parasite, паразит. Сейчас посмотрим синергию. Синерджис. Так, спектрал. Бримстоун, новый эффект. Ну, вот я же говорю. Нет, 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 нет. Дальше. Это, по-моему... Холли... Шот или стики... Или стики бомб. Холли лайт. Так, нет, а это стики бомб? Стики бомбс. Стики слезы, я не знаю. Бомб. Это тоже не то. Стики бомб. Нет, не то это. Не то. А это что такое? Это замедление, по-моему. Slow Little Gish, нет? Это замедлением явно. Slow Roll, нет, не оно? Нет, это Challenge. Мне кажется, не то это. А вот это, кстати, интересно. Интересно, вот это интересно. Шоколадное молоко. Как она? Синергия есть у нее с Бримстоуном? Chocolate Milk. Grants Flat плюс Damage. Бонус авторс Milk Damage Penalty. Grants Charge Tears and Deal Greater Damage When Fully Charged. Так, синергии поехали. Mutant Spider. Fires 4 Charge Shot at Once. Charge Time is Increased. Так, ну хорошо. Brimstone. Beam is Paler. Slight decrease in charge time, but no increase in damage. Also applies to Azazel... Так, стоп. Beam is Paler. Теперь давайте в переводчик зайдем. Paler. Бледнее. Другие переводы. Бледный, слабый, тусклый. Ага. Brimstone. Slight decrease, but no increase in damage. Значит, нет, ничего не будет, да? Окей. Но только не это. А вот это... Вот это давай. Вот это гимпи. Это, конечно же, давай. Кстати, не надо забывать, у меня есть Пертера. Я думаю, я не зря провел время. Воу. Слушайте, да, жестко. Жестко, жестко. Четверной, блин. Ну, он очень короткий, но как даст, мало не покажется. Это же 40 урона просто.
по лицу. Босс, мне кажется, развалится на части. Вообще его разорвет. О. Так. Ой. Ой, что я сделал-то? Половину сердца. А почему так? Почему так получилось-то? Так, теперь давайте смотреть Dice Roomage. Все посмотрим, все. Dice Room. Почему и Гимпи не сработал? И это не сработало. Dice Room на 5 точек. Rerolls and restarts the current floor, which is the same effect as forget me now. Абсолютнейшая бесполезность. Да, мы тут секреты вряд ли найдем. 5 бомб. Так, мы поехали к боссу. Не забываем, есть пертер. Вот это жестко. Вот это мутант спайдер. Ну, в принципе, ХП. ХП мне нужно, я бы не стал менять. Да, ХП мне явно нужно здесь. Особенно красное, потому что сделку с дьяволом запороть это одно. А, так у меня сейчас еще босс будет. Сейчас я его вообще разорву. О! Вот это любопытно. Это тоже может быть Mushroom. Вот мы его можем поменять, кстати. Это Blue Cap Grants a Full Heart Container. Ноль. Это давай. Full Heart Container. Это давай. Так, ХП. Быстрее будем набирать, да? Мне нравится. Пожалуйста, хорошо. Теперь осталось найти комнату. Комнату. Ну, она может и не попасться, как назло. Такое тоже может быть. Ну давай. Я не успею набрать-то. Я не успею. Ух ты. Вот это проблема. Чуть не попал. Пу-у-у. Жестко. Опа. Ну, против этих ребят это идеальное решение. На-а-а. Идеально. Опа. Тихо. Надо было эту голову тут эту темную убить. Но... Так, по деньгам неплохо. Ну как, мне 9 монет неплохо. Ой, тихо. А что-то он какой-то странный. Я такого первый раз вижу. Как же его... А этот взрывается, по-моему, нет? Нет, я что-то их путаю. Темные костокидатели. Вот они точно взрываются. Ой, ребят, не надо. В смысле, что это за выстрел был? Удача плюс. Хорошо, пойдет. Сделка с дьяволом еще будет. Ух ты ж. А, да ну. Выпало сердце-то? Гимпи, окей. А, даже больше. Я разменялся-то в эту... Ой, я сбил. Разменялся в лучшую сторону. Так, у нас есть Void, которая дает черные сердца, еще и Гимпи. Неплохо выглядит. Тихо. Это все неплохо выглядит. Я говорю, главное найти комнату. Урона нам хватит игру пройти. Вот если ключа не будет, то это уже обида. Это уже пошла обида. Просто главное, чтобы везло на артефакты такие. Такого персонажа тяжело как бы усилить. Надо, чтобы попадалось эксклюзивное что-то. Но здесь, в принципе, можно... Да. Можно было и... Ух ты! Ключ мамы-то какая жесткая тема.
Так, а это у нас... Включается, по-моему, бессмертие. Инвизибилити. Или что-то там My Little... Может быть, My Little Unicorn? My Little Unicorn. Нет, не оно. Это, по-моему, нормальная штука, вот это. Юникорн. А, во-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 во. Юникорн. Что это, копыта? Или что это такое? Upon use grants invulnerability, increase speed for 5 seconds, but removes the ability to shoot tears while the effect is active. Так, нельзя, значит, ничего делать. Да, значит, лучше это взять. Ну, потрогать артефакт на всякий случай надо. Кстати, у нас пертер есть, не забываем. Не надо забывать. Да что ты делаешь? Хватит. Да. С такой скоростью атаки, конечно, вот с такими... О, неплохо. Неплохо пойдет. Ух ты. Я невидимый. Я рептилия. А тут взрывается. Вот я не ожидал. Ну, никак не ожидал. Или у них рандомные какие-то эффекты. Фиг его знает. Где ты там? А ну, иди сюда. Хорош. Хорош. Там урона просто дико. Им хватает. Оп. Так. Любопытненько. Магазин. Или это... Нет, это не библиотека. Так, это у нас магия огня, да? Ну, не знаю. Ой, я не этого хотел явно, ну ладно. Ура! Жестко. Жестко. А надо ли мне это, вопрос, да? А надо ли мне это? Наверное, не надо. Ой. Ну, хотя, что мне... Тихо. Да ну... Знаете, почему так получилось? Потому что я зажал кнопку, у меня не сработала клавиатура. Я не смог двигаться. Но я не вижу, чтобы тут была комната жертвоприношения. Ее опять же тут нет. Скорее всего. Да. Ее тут, ребята, нет. Чего-то мне кажется, что уже и не будет. Вроде уровней еще много. Да как ты долго накапливаешься, дружище? Ты че? Ага. Что тут есть? Все хорошо тут есть. Да, суперсекретка может быть абсолютно где угодно. Но 17 бомб, это в принципе не так уж и мало. То есть мы можем попробовать поискать. Например, вероятнее всего... А, нет, не может быть тут. Тут, вот тут может где угодно быть. Что здесь? Что здесь? А, внизу не может. А это, по-моему, улыбка метатона у нас выпала. Причем андерфельского метатона. Жесткого. Так, а здесь... может быть... А здесь, ну, такое. О! Ха, прикольно. Так, теперь, значит, здесь быть не может. А здесь быть может. Нет. Так, здесь не может быть. Здесь. Ну, здесь может быть, да, вот в таких вот. Вот тут вот. Или вот тут. Я сейчас все бомбы потрачу. Просто. Окей. Хорошее место для суперсекрета. Ну, наконец-то. Но только это мне ничего не надо. Идеальная...
Идеальный этаж для появления комнаты жертвоприношений. Брауни. Ой! Вот это я по нему дал так дал. Тихо. Вот это я прям дал так дал. Так, теперь с этими нужно разбираться. Эти агрессивные, они постоянно тык-тык-тук-тук-тук-тук. А, жажда крови, говорите, да? Или я их путаю постоянно? Блад. Блад, как? Блади. Так, вот оно. Damage increases as Isaacs receive damage. Damage increases for the... А, на весь этаж? Ну, на этаж можно взять, почему бы и нет. А сколько? By 0.5, да? The next 3 times... By 33%. Но только 6 раз, да? Ладно, это мы подумаем, на самом деле. Тут еще непонятно. А, тут не будет ничего. Окей, не будет, так не будет. Заряжаем. Пауки. Пауки. Тут бомба, наверное. Вау! Неожиданно. Слушайте, ну я даже не знаю... Но артефакт не самый плохой, согласитесь. Могло бы быть и хуже. Нет, это Терзап. Это вообще другое, короче, оказалось. Набстаблу... Это слеза Набстаблука. Ну, кто знал? Ну, это немного... О, ну, хоть Darkness, то нормально. Увеличивает скорость перезарядки. Она у нас очень маленькая. Поэтому, в принципе, ну, не так плохо. Ой. Ой-ой-ой, я забыл. Ну, хотя, мне только пол сердца. Так, это мне не надо. Только пол сердца получил дамаг. Причем у меня полные жизни. Мне прям обязательно нужна комната вот эта. Вот это я их прям разорвал. Ой, магнитка. Кубик. Кубик может быть неплохая штука, кстати. Опять надо вспоминать, что это такое. Мамин парик это. Это вигле. Ладно, давай так. Момс что? Wig. Не wiggle, а wig. Allows Isaac to spawn friendly spiders when firing tears. Hail heals Isaac for 1 red heart upon pickup. This item belongs to Yes Mother set. Mm-hmm. Максимум 5 пауков, когда слезы, когда бримстоуны. Синергия, бримстоун. Charging brimstone. Spawn spider in rapid succession. Ух ты, то есть пауки будут, короче, появляться с большой этой. Но они будут появляться, короче. Ага. С хорошим шансом. Ладно, я даже не знаю. Ну давай попробуем. А, в маму превратился. А что это, кстати, мне дает, то, что я в маму-то превратился? Yes, mother said. Я же что-то брал уже мамское, да? Turns, так. Mom's knife. Ну, короче, да, ножичек. Ух ты! В смысле? В смысле? А, максимум 5? А, максимум 5. Ну а чё, тоже нормально. Это как бы плюс к урону небольшой идёт, да?
Максимум 5. Up to 5. Так это у меня, получается, они так и так будут появляться. Теперь насчет Cracked Dice. Тоже же интересно. По-моему, тоже меняет артефакты. When Isaac takes damage, there's chance D6... Когда ты X damage. Значит, это нам не подойдет. Ну, окей. Пауки, в принципе, мне помогут, потому что... а почему бы и нет, если мне не дойти до... Это как, знаете, это как удаленный урон. Вот они будут сейчас по ним. И да, смотрите, пауки спавнятся постоянно. Постоянно спавнятся пауки. Неплохо. Если увеличить урон еще, то... Но их, правда, 5 только. Ну ладно. Опять же, не такой прям артефакт, который мне пришлось бы менять. Он не ужасен. Он неплох. Он может чуть-чуть где-то помочь. Да, немножечко так. Так, тут никого нет, но есть рука. Давай, пауки против пауков, поехали. Воу, тихо. Нормально. Опять. Ну окей, давай. Кто там? В смысле, а где эти каменные штуки? Ну и магазин, конечно же. Но стеклышко мне вообще не нужно. Да и это тоже мне не нужно. А вот задонатить... Вот это в данном случае 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Странно, почему-то не работает. Наверное, это зависит от другого. Давайте еще немножечко подонатим. Как это? Везет, да, прям? Везет ему. Смотри. Везет. Ну. Ой. Чуть не укололся об него. Ух ты. Даймонды? Это вовремя. Это вовремя. Хорошо. Ну, это мы не будем трогать. Это мы взорвем. Пойдет. Так, главное мне про... Ой. Про пертру не забыть. Не видно вообще. Вообще не видно. Ух ты. Ну да, видите, я же говорю, пауки помогают чуть-чуть. На совсем уж маленькие цели. Так, стоп. Это же второй, да. Значит, мы не сможем вернуться. Ага. Ну, мы еще не все тут обошли. Так. А, нет же, этой нет. Нет комнаты жертвоприношений. Ну, почему нет-то ее? Она же как раз мне сейчас нужна. Вы что? Нет. И, видимо, не будет. Ну, пожалуйста. Какой большой уровень. Нет. А ну идите сюда. Ой, они еще взрываются. Здрасте. Вон паук. Мне не обязательно стрелять и попадать в них. Достаточно и того, что я просто стреляю. Ну да. Логично. Но только зачем? Ну, я понимаю, что я сейчас буду с мамой бороться, но... Что? Страшно, что ли? Что я вот так вот дам, и все. 4 бримстоунами. Ух ты! 20 ключей. Ну, давай. Но мне, правда, все ключи сожрет. Неплохо.
А, мне лечиться-то тут не, и нечем. Ну, давай. Воу! Я говорю, идеальное место для спавна комнаты. Чё там, пилюли? Ну, у меня ключей столько нет. Всё, ладно, хорош. Ого, как сердца-то валятся. Ну вот вопрос, а где... Тут где-то должен быть... Этот. Этот самый. Нет его? Люк. Люк, 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 люк. То ли я его не умею искать, то ли его реально нет. Так, мы же были, да, везде, везде были. Ну, вот здесь не были, кстати. Ой, ключ случайно профукал. А, здесь мы не можем быть. Окей. Пертру мы оставляем. Ладно, мы идем сражаться с Undyne. А, и я бы еще хотел в магазин лишний раз зайти, посмотреть, все ли тут. О, вот теперь порядок. Да, и это. Пожалуйста. Спасибо. Вот теперь можно идти. На секреты, я думаю, уже не надо время тратить. Мы и так тут задержались. Поехали. Ой. На. В глаз. Ой. Ну, это обязательно было так делать. Так, мы идем вверх, получается. А этот не появился, да? Ну, не появился, значит, не появится. Интересно, если бы я Пертру использовал вот там, чтобы было? Что бы, интересно, было? Это еще не значит, что я достаточно силен, чтобы сразиться с мега-сатаной на равных. Не значит. Тихо. Так, пауки наносят нам урон, равный чему-то там. Я не помню, по-моему, три моих урона. То есть, что в принципе неплохо. Учитывая то, что их 5. Я даже могу, видите, еще не успеть сообразить, а пауки уже убивают врагов. О! Так, а это мы знаем, как это применять. Это все, это сейчас секреты будем искать, только в путь. Ага. Нет, дружище, нет, нет. Ну вот, кстати, штука неплохая. По-моему, сердца дает, да? Ну-ка, ну, по-моему, нет, все-таки, нет, не лучше, это же красные, мне же не нужны красные. Increase chance of hard dropping. И когда... Не, это хорошая штука, если бы она работала вместе с Diamond Tail, но тогда нужна сумочка, по-моему, мамина, чтобы два брелка можно было с собой таскать, ну или брелока, кому как нравится. Тут пауки мне уже не помогут, к сожалению. Так. Тут придется вот так вот. Самому. Эх, мне бы сейчас комнатку. Сами знаете, какую найти. Так, тут ничего нет. Все нормально тут. Вот сюда давайте сходим. Так, пауки вперед. А, все, видите, я пропал, он даже не атакует. Вот в чем прикол. Я думал, что они будут атаковать, но куда-нибудь там в разные стороны. Но нет, нет. Ну, а давай, пауки. Паучки, давай. Да ну как ты, чуть меня не поранил. Но их по определению не может быть здесь. Тут я, кстати, не проверял.
Даже в магазине можно проверить. Даже так можно сделать. Ой, чё-то не то. Надо мега-сатану побеждать, друзья. Надо готовиться. А то как же, ух ты ж. Вот это комната. Пауки, вперед. Искусство это вот этим вот ножом орудовать. То есть, он же... Тихо. Во! Видите, как здорово? Ой, ну правда они взрываются, ну ладно. Смысл от пауков явно есть. Это по-любому. Ух ты ж. О, хорошо, вовремя это. Это вовремя. Еще и мошки. Здорово. Такая... Окей. Оу. Вот это вовремя. Нет грибов. Нет. Увы. Увы, 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 увы. И комнаты тоже нет. Ой. А зачем так-то было делать? О, вот это мне выпадает, да, вообще? Знатно так. Глаза! И гимпи не работает. А как они так в меня стрельнули-то разом? Что-то мне это уже не нравится. Я так сердца теряю, 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 теряю. А потом раз и комната будет. Тихо. Такого быть не должно. Ух ты. Это честно вообще? Это вообще нормально? А, супер секрет. Ага, мозги, окей. Сразу... оба мозга сразу разрушаются. Что это было? Воу. Минус монстра просто. Пынь. Тынь. Все. Просверлил. Да ну как так-то? Как же так? Получается. Окей. Ух ты. А что это вы тут? И хвостик появился. Вот это печаль. Ой, иди сюда. Экспериментальный. Может, кстати, хуже сделать. Я не уверен, и поэтому все так произошло. О, это ХП. Вот это как бы это... Это уверенность сейчас была. Это я с уверенностью взял. ХП хорошо. Хорошо. Так, 100% дьявол появится. Это как раз к ХП. Ой. 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 Ой, 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 ой. Вы чё? Толстый? А как он в каку превратился, что ли? Это нормально вообще? Вообще? Это вообще как? Угу. Но тут думать надо, на самом деле. Это надо мне сердца искать. И комнату с черепом искать нужно. Тогда конечно, да, тогда да. Ой. Не надо, не надо. Сразу пауки. Ух ты, сколько сердец-то наспавнилось. Да и эта штука может мне помочь. Давай. А, она этот... Вызывает, да? А чё, по сердцу даже? По целому? Чё-то как-то жестко. А ну иди сюда. Ах ты! Так, ладно. О! Вот лучше вот с этими торговать. Так, окей. А я даже помню, была такая комната.
Я ударялся постоянно. Так, тихо. Компас. Ну а чё? А чё бы и нет? Или это не нужно мне уже? Вот с этим... О, я нашел чё? Я чё нашел-то? Это вообще не важно. Забейте на дьяволёнка. Важно вот это. Вот это важное, просто важницкое. Только я знаете, что забыл? Мне же вернуться надо будет. Я же буду торговать с дьяволом. Вот только я не помню наверняка, смогу ли я вернуться. Дверь закроется обратно. Если она закроется, то будет вообще обидно. Я не могу понять. Хотя нет, понять это просто. Достаточно пересмотреть мой любой летсплей и увидеть... Смогу я вернуться или нет? Потому что хард-контейнеры. А так я запарю дьявола. Не, ну конечно, если мне куча синих сердец повыпадает, ничего не случится. Это понятно. Ух ты. А, тут этот ходит. Окей. Так что сейчас подумаем, что делать. Это четверные, да? Так. Значит, мне нужно на ютубчик зайти, да? На ютуб зайти. Зайти. Добрая чара убивает с удара. Так, надо... Звук выключить. А, он не выключается, что ли? Так. И теперь смотрим. Идем. Идем сюда. Так. Да, я смогу выйти. Это я тут с кем сражался-то хоть? С сердцем, по-моему, да? Нет, это Сколекс. Так что не факт. Да, выйти я смогу. Хорошо. Окей. Смогу, да? А если я с дьяволом поторгуюсь и не хватит? Потом что делать? Ладно, будем смотреть. По ситуации. Может, Гимби будет работать. А может и не будет, кстати. Тут еще неизвестно, как. Может, артефакт даст какой-нибудь. А, дьявола уже может и не быть, кстати. Ага, вот оно когда. Окей, давай так. И вот так давай. Серафим. Нормально. Так, последнее, да, осталось? Ух, ё-моё, вот это жестко. Черное сердце. Так, ну сейчас или сердца мне дадут, или монеты. 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 Ну что? Что мне сделать-то? Как лучше поступить? Да, в принципе, и ладно. Давай. Там не важно. По поводу сделок мне уже не так важно. Главное теперь не ударяться. Все равно мне уже дьявол ничего полезного, скорее всего, не даст. А вот дьяволенок может. Я не знаю, почему я так сделал. Я просто что-то... Я испугался, что я забуду, понимаете?
Ой, так умереть можно. Забавно. Так, где-то там у меня сердца-то были. Надо аккуратно теперь. Видите, сердец-то потратил. Все равно шанс появления дьявола есть. Просто обмениваться с ним уже не очень-то и выгодно. С таким количеством сердец, сами понимаете. Поэтому то, что он не появится, мне от этого хуже-то не станет уже. У меня ключ есть. Ой. Поэтому я так странно и поступил. А, мне надо было в эту зайти, но я мог там и это, умереть. Теперь нужно хранить эту игру как зеницу ока. Так. Еще что-то. А, как и чемпион. О, вот это да. Это хорошая штука. Но... За ней надо вернуться. Вот за ней-то мы как раз вернемся. Потому что забыть про шипы — это одно. А забыть про сердце вот это вот, да, вечное, это не так страшно. Я просто себя хорошо знаю, поэтому я решил не рисковать. Минус одна сделка с дьяволом и потеря ключа. О, вот, вот оно. Вот это, в принципе, лучше даже. Это скорость атаки, она нужна нам. От нее все зависит. Ключик. Ну и синее сердце, в принципе, выскочило. Неплохо, да? Так, больше нет сердец, да? За этим мы вернемся. Окей, 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 окей. А, раз мы не будем больше сердца менять, значит, мне необходимо сделать вот это. Ух ты, смотрите-ка. Черное сердце оттуда выпало. Прикольно, да? Однако, давай это взорвем. Так, что там еще мы хотели? Дьяволенок? Ну-ка, иди сюда. Метатонище! Так, а как же его... Я не хочу просто... Не, ну, в принципе, нормально. Так, ничего не появилось. Ну, в принципе, мне особо и не оно и не надо. Как я говорил, у меня... Хотя нет. Ладно, неважно. Один. Мы просто зафейлили одного дьявола. Зачем, не знаю, но зафейлили. Но как бы это и не важно уже. Нам нужно только один автомат подорвать, и все. Вообще странно, да. Я согласен. Странно то, что я так сделал. Ну вот почему-то я решил так сделать. Чутье какое-то. Я почувствовал что-то неладное, что что-то может произойти не так. И просто побоялся. Не знаю почему. У меня просто такое ощущение возникло, что если я попытаюсь убить сразу двух зайцев, то в итоге не получится вообще ничего. И все будет испорчено. А я очень боюсь испортить прохождение, особенно за... этого за Зели, ну, за манекена за этого. Поэтому я в таком случае становлюсь довольно-таки таким большим параноиком. Да и потом карта дьявола может попасться, почему бы и нет. Блайнд. Неизвестные артефакты.
Остального нам хватит для победы, мне кажется. Тон-тон-тон-тон. На! Еще один, смотрите-ка. Что это? А, это деньги. Ну, их уже перебор. О! Нормально. Пойдет. Серафим, правда, тут не нужен абсолютно. Разорвало. Не разорвало. О, еще один. Мистер Бум. И Маджишин. Так что вот так. Странные решения могут быть странными. Но самое главное, что мы идем хорошо, мы идем правильно. Это самое главное. Как я уже говорил, одна несовершенная сделка с дьяволом ничего не меняет. Это максимум я потерял, может быть, урона там один или два. А приобрел-то я больше. Император, это про босса. Воу. Так, еще тут что-то есть? А. Давай, пауки. Хорош. Минус лошадка. Голова улетела. О, да ладно, я думал, полетит. И при этом скорость зарядки все равно очень слабая. Ну, точнее, она слабая, но она могла бы быть еще слабее. Гораздо слабее. Тынь. Интересно, а как мега-сатана отреагирует на подобный урон? Ну, смотрите, этого вообще сразу почти убивает, да? Ту-ту-ту. А мог бы быть Крампус, так что... Я до сих пор переживаю немножечко по этому поводу, потому что я знаю, что вы не любите... Ну, некоторые из вас очень не любят нелогичные решения. А что могло вот... Просто спросите, а что могло произойти? Ну, как бы я вот... забылся, да? На самом деле все просто. Есть такая интересная штука, когда что-то получается хорошо, на эмоциях у меня может просто притупиться. Ух ты, маска, уменьшающая урон. Может притупиться этот? Кстати, Пертер можно завязать. Там артефакт какой-то был не очень клевый. Мистер Бум. Мистер Бум можно сейчас поменять, пойти. Между прочим, я что-то как-то и подзабыл. А, стоп, зачем? Не надо, мистер Бум, менять. Мы оставим это для тех больших сундуков. Для желтых сундуков. Золотых. Которые будут в этом. В конце в самом. Мы не будем. Мы сделаем лучше. А что это он такой? Так, это у нас... Да, в ту комнату мы не пойдем. Метатон Нео! Ух ты, какой он, нормальный такой. Выживает, да? Ой, попадет. Нет, не попал, смотри-ка. Убила просто, просто убила. Ну, поехали. Ух ты, открылась злая Библия, короче, демоническая. Это потому что Азазель, вон. Тоже классная штука, сердца черные дает. Идеально. Но сначала мы поищем, есть ли Джера. Если тут Джера, ребята... Ой, Джера, Ера. Ну, привычка такая плохая. Да... Да-да-да-да-да. 9. Неужели с таким уроном можно игру пройти?
9.68. Ой. А синяя будет? Ну хорошо, Гимпи мне помогает. Я же уже потихонечку начинаю уставать, и Гимпи понимает, он все понимает, им помаленечку мне помогает. Тихо. Это что такое? Статус эффект. Длится дольше. Не нужно, не нужно, не нужно. Оу. Вот это тут вас, ребята, наплодилось. А, ну тут же дюки. Конечно, с дюками-то. Чего бы и не приумножиться. Еще один дюк остался. Пауки против мух. Эпичный бы фильм получился. Ой. Этот, как его? Я его почему-то хотел скромником назвать. Как тебе такое? Ну а? Угу. Окей. Ух ты! А вот это неприятно. А вот это мне надо, наверное, вот так как-то. Хотя нет, они не очень-то. Я просто их перепутал с большими серыми. Вот они вообще не очень, парни. Да они жесткие. Так, я понял. Давай, поехал. Ах ты. Санис. Так. Саннеса мы убили. Абадон открылся. О, это жесткая тема. Абадон это, по-моему, там что-то урон дается, там сердца, что-то какое-то жесткое. Это, короче, прям дьявольские. Очень дьявольские предметы. Серьезно? И что будет? А, не дает эффекта. Ха, вообще никакого эффекта. Я не знал. Ну, не взрывать же, правильно? Не будет же он взрываться. Это было бы вообще глупо. Это было бы очень странно. Даже не глупо, а странно и опасно. Ну, если не играть неаккуратно, проиграть все еще можно. Так, окей. Окей. Фолин! Тихо. Пауки, убейте его. Где-то есть. Так, еще и секреты. Ну вот секреты я не знаю где, серьезно. Здесь может быть... Супер секреты. Да, это надолго. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ой, как много тут всякой... Ненужный... Нехороший... Огромный, он еще летает одна... Тихо. Это же с этими, с пауками, по-моему, да? Комок пауков! Но мои пауки должны с ними разобраться. Не тратить же мне жизни на пауков, правильно? Это было бы странно. О, чё тут? Магнит. Магнит это надо еще, это мы еще проверим. Это я еще не уверен. До свидания. Спасибо. Толстячки. Ой, он притягивает меня. Кстати, тут же так и так предмет, поэтому я беру. А, вот так. Вот так оно работает. Ну окей. Пробивающий, только меня так пробивает. Ну, обжорство, говоришь?
гадюк. Так, ну-ка, дюк. Duke of Lies. Так, это что? А это, по-моему, защита какая-то. Или нет? Или это заряд души? Это не оно, случайно? Скапулар. Не то, что я думаю. Ясно. You feel blessed. Вот так напишем. Чего? Тогда скап. А чё, нет такого, что ли? Фу, странно. Глупость какая. Ладно. Нет. Да. Нет. Так, шляпа — это у нас урон. Это да. А вот это чё? Эрфроу. А чё он делает-то? Телепортит, что ли? Это, наверное, этот супертелепорт. What does this button do? Честно говоря, я боюсь на нее даже нажимать. Настолько я уже... И настолько я уже боюсь запороть. Два заряда тут, по-моему, да? А, нет, четыре. А, вот оно что делает. Нифига, вот этот прикол. Больно бьет, больно, согласен. Батареечка у нас осталась. Ну, в принципе... Такая штука может сатану убить. Поехали. А, стоп, мы же что-то не взяли. А, вот это мы не взяли. Item Snatcher. О-а-а. Ну давай. Нет? Ну, с двух залпов, смотрите-ка. Почему бы и нет? С двух залпов умотал. Ой, смерть надо сразу. Уничтожать это плохо. Замедление какое-то непонятное. На! Ха, промахнулся. На тебе. Ура. Ух ты, вот это я... Так, пауки пусть убьют. Ага, вот, вот поэтому я и хотел так сделать. Ух ты. А я сразу... На... Так, не понравилось. Юре это тоже не понравилось. На... Тихо. Сейчас пульт Альфы спадет. Сейчас пульт. Ну как? Я рановато. Сейчас еще один залп, он умрет. А, он умер от этого, от Войда. Black Baby открылся какой-то. Демонический, да, малыш? Абадон. Black Baby. И еще мы открыли эту демоническую библию. Отлично, друзья. Шикарная катка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Всем пока.